Так, всем привет. Приехал я на свою опушечку. Появилось время. Решил посмотреть на ловушку, есть ли там что-то или нет. По-моему, прошло сегодня 30 мая. Оставил ее 25 или 26. Так, вон наша ловушка. Оно видно. Ух ты, там что-то даже летает. Только не видно, разведка или рой уже есть. Ну, есть какие-то пчелки. Класс. Так, друзья. Наверное, нужно слазить, посмотреть, что же там. Ну, однозначно вижу, пчелы какие-то есть. Ну, разведка или рой. Для роя как бы прилет не очень интенсивный. Ну, залет есть. Ладно, полезу, посмотрю. Самое сложное, я пролез без телефона. Теперь лезу уже с телефона, чтобы показать вам. Это очень, конечно, опасное дело. Лазить с телефоном в руках. Держаться одной рукой. Есть. Есть. Друзья, вот так моя ловушка стоит просто. Я даже ничем ее не привязывал. Вон она подвязана у меня вверху. Ух ты, чуть в нос не дала. Нет, друзья, это все-таки разведка. Это все-таки так похоже на разведку, потому что да, друзья, это разведка. Я уже думал, что за 4 или 5 дней я словил роя. Ну, как видим, пчелки есть с десяточек. Значит, сегодня уже 4 часа вечера. В принципе, роя уже не должно быть. Плюс погода не очень такая. Ну, по моим, так сказать, наблюдениям, рой должен прийти буквально пару дней. Через пару дней. Если ничего не поменяется, если пчеловод не словит этого роя, то он будет у меня вот здесь. Буквально завтра, послезавтра. Красота какая. Как всегда покажу вид опушечки. Видите, какая? Класс. Так, ну это, конечно, уже классно. То, что есть пчелки, это уже хорошо. Раз на нашей ловушке есть разведка, через пару дней будет. Ну что же, буду смотреть завтра, послезавтра. Ладненько. Прощаюсь пока с вами. До поимки. Привет, друзья. Прошла неделька, и наш улов удался. Я сегодня уже был здесь днем. И все-таки рой у нас с вами словился. Сейчас 8:30 вечера, и я приехал его забирать. Можно было бы попозже его забирать. Но позже не получается, потому что нужно собирать пыльцу. Я не знаю, сейчас полезу, покажу вам. Подбираемся ближе. Пчелки есть? Слышно, как гудит. Пчелки прилетают. Есть. Рой есть. Ну,
Судя по гулу и по прилету, он небольшой. Но он есть. Ну что же, я теперь буду снимать. Ну что, друзья, ройчик мы сняли, по весу рой небольшой, ну и по звуку слышу небольшой. Ну, что имеем, то имеем. Улов есть улов, какой бы он ни был. Я ловлю рои не ради роев, а это как спортивный интерес. Это просто какая-то эйфория, какой-то экстрим, ну и так дальше. Сейчас везем его домой. Ставим и завтра будем его смотреть. Он закрытый, все нормально. Немного. Слышу, что небольшой рой. Так что на плечо и езжаем на пасеку. Все, друзья, до утра. Вернее, может, до вечера. Сейчас вечером я его поставлю, а утром будем смотреть. Поехали. Вот здесь мы поставим наш рой, определим ему место здесь. Вообще по-правильному, по-нормальному, то рой надо не вести на пасеку. Его нужно вести, так сказать, на карантин. Но тут в селе пасек немного, и завтра я буду смотреть по состоянию этого роя. На как себя там матка показывает, ну и так дальше. Так что встречаемся завтра утром. Сейчас я его открываю, хотя бы, ну, пускай облетывается. А завтра уже будем пересаживать вместе с вами. Все, пчелки наши полезли. Вот, смотрите. Пчелки есть, я их чуть-чуть взбудоражу, но ничего, здесь мы завтра пересадим. Ну и с утра посмотрим, что там да как там. Так что до утра.